Всем привет! Вы на канале Zord Game, и мы начинаем. Всем привет! Сегодня посмотрим видео на канале Грибов. Моргенштерн. Отпускаю. Давайте посмотрим. Песня классная. Говорил, я ебучий ноунейм, и таких миллионов пиздёж. Говорил, мол, я бэйби-фейс, и тебя недостоин. Говорил, я не уровня хайпа, и ты не ответишь, но... А теперь что ты мне посвятил половину куплета? Тебя. Мне так жаль, прости, прощай. Эй, юра, я отпускаю тебя. Ты так стар, прости, прощай. Время так быстро летит. Ты был на вершине Олимпа из хайпа. Время так быстро летит. Давно и уж точно не кажется. Старенький стал, потерял блеск в глазах, а лицо стало шире луны. Я давал тебе шанс, но ты все проебал, ведь не можешь читать под биты. Юра, я отпускаю тебя. Мне так жаль, прости, прощай. Музыка классная. Мои оскорбления и реверансы, я все прощаю тебе. Ну, это, в принципе, продажные клипы. Клип, в принципе, тоже классно смотреть. Я бы хотел тебя снова увидеть однажды на первых местах. Можно время смириться и просто принять, ничего не спасет старик. Благодаря вам, мои подписчики, только благодаря... Я всецело люблю, вот меня будет ночью. Говорят, Юра, что ты любишь? А я говорю, своих подписчиков. И концовочка классная. Своих подписчиков. Они для меня. Они для меня. Они для меня! Все. Ди Каприо, бля, в пизду идет. Да. Мне, в принципе, нравится и музыка, и клип, в принципе, классно смонтирован. Все классно, я считаю. Да. А что думаете вы? Напишите ниже комментариев под видео, что вы думаете, понравился вам клип или нет. Мне, в принципе, все понравилось. Моргенштерн всегда крутой и пиздатый, да? Да. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока. А что думаете вы? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Скоро будет новое видео.